Кинокомпания BVI. Совместно с Scientific Society Pictures представляют. Часть первая. Деньги. Он наблюдал. Он хотел понять, как это действует. Он ждал. Он получил ответ. Ответ, который хочет знать каждый. Как изменить жизнь? Как стать богатым? Как не потерять себя? Он нашел. Сегодня наш мир – это стремительные потоки информации. Информация стала быстрой. Теперь информация правит многими аспектами нашей жизни. Она дает нам безопасность и наоборот. Она дает возможность в считанные секунды получить деньги и потерять их. Деньги. Бумажные, железные, медные, золотые, виртуальные. Они приходят и уходят. Они заставляют думать о себе. Они созидают, разрушают, они спасают и уничтожают. Деньги бывают честные и нечестные, чистые и грязные. Из-за них убивают, их любят, их дарят. Ими гордятся и от них отказываются. Их хотят. Посмотрите на себя, на пространство вокруг. Подумайте о том, чего бы вы могли добиться, будь у вас столько денег, сколько вы способны себе представить. Какие самые смелые мечты вы бы реализовали? Деньги – это не бумага и золото, кредитные карты и счета в банке. Деньги – это прежде всего энергия. И как любая энергия, они обладают способностью материализации. Для этого стоит только захотеть. Почти все люди и во все времена подсознательно чувствовали, что крупица большого знания об энергии денег живет в них. Однако в силу социализации они не могли и не могут воспользоваться им. Знать хотят.